В Нижнем Новгороде прошел региональный этап международной премии «Мы вместе». Школа номер 17 города Сарова представила проект «Рождественский подарок другу». Каждый год активисты, родители и учителя приносят подарки ребятам из детских домов. В акции принимают участие все горожане. Наш проект «Рождественский подарок другу» реализуется уже более 20 лет. Он направлен на широкий круг общения и оказание помощи и внимания тем, кто в этом нуждается. На данный момент у нас существует две проблемы. Это отсутствие транспорта, на котором перевозили детей и подарки. И вторая – это отсутствие качества аудиоаппаратуры, с которой мы могли бы проводить мероприятия. Участие в грантовых конкурсах дает возможность инициативным группам реализовать проекты. Сейчас команда 17-й школы ждет результатов прохождения в полуфинал. Так, победители конкурса получат поддержку в размере от 600 тысяч до 3,5 миллионов рублей. Если говорить о игровой программе, то ее полностью готовят дети. Во время подготовки у нас также шьются костюмы сказочных персонажей. У нас очень сильная команда волонтеров, которые всегда готовы помочь. Они инициативно подходят к мероприятию и сами готовят программу, сами упаковывают подарки и сами потом реализуют это коллективно-творческое дело. Проект существует длительное время. Несколько поколений выпускников принимало в нем участие. Рождественский подарок другу – это большое доброе дело, которое мы можем сделать вместе. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саро 24.